В эти дни в Югре работают сотрудники научно-исследовательского института МВД России. Специалисты приехали из Москвы для изучения общественного мнения. Югорчан спрашивают об их отношении к органам внутренних дел, изучают публикации в СМИ и блогосферу, проводят встречи с общественными организациями. Отмечу, что такое исследование в нашем округе проводится впервые. Подробности в материале Антона Войтовича. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России ведет свою деятельность с 1945 года. Тогда его сотрудники занимались изучением вопросов криминалистики, а позже одним из направлений работы института стало изучение общественного мнения о милиции, а спустя время – полиции. Когда был принят закон о полиции в 2011 году, там четко указано, что общественное мнение является одним из главных критериях оценки деятельности полиции. И в соответствии с этим законодательным положением мы изучаем общественное мнение о деятельности полиции. Мнение изучают в каждом отдельно взятом регионе. Теперь очередь дошла до Югры. Первый этап – опрос жителей округа. Волонтеры предлагают ответить на 17 вопросов об уровне личной безопасности, о работе полиции, об уровне преступности в регионе и другие. В какой степени вы в настоящее время уверены в защищенности своих личных и имущественных интересов? В целом уверены, скорее уверены, чем не уверены, скорее не уверены, чем уверены, совсем не уверены, затрудняются. Первое. Кроме опросов жителей округа изучаются и все публикации в СМИ о работе органов внутренних дел. Мы делаем как слоеный пирог. Мы разговариваем с экспертами, общаемся с прессой, обязательно блогосферу изучаем. Очень много интересного. Сейчас вообще в интернете сейчас основная часть эти информационные поводы, и то, что там происходит, и реакция, особенно молодежи, да и уже люди в возрасте, все уже научились пользоваться, поэтому все это мы изучаем, все это мы анализируем. Вся полученная информация будет тщательно изучена, и эксперты придут к выводу, как югорчане относятся к сотрудникам органов внутренних дел и на какие направления силовикам стоит обратить внимание. Мы, во-первых, оценим, насколько жители Югры доверяют органам внутренних дел. Если будут какие-то отдельные проблемные вопросы в работе определенных отделов, да, югорской полиции, то, соответственно, их деятельность уже будет корректироваться в соответствии с мнением граждан. В ближайшее время сотрудники института планируют изучить общественное мнение о деятельности полиции в Сургуте, а также других районных центрах округа. Антон Войтович, Алексей Хрыков, Федор Тюменцев, телекомпания «Югра».